Добрый день, дорогие друзья. Воплощая в жизнь электронные схемы, мы сталкиваемся с такой проблемой, как изготовление корпуса. Сделать коробку из разных материалов не так тяжело, а вот сделать вид корпуса завершенный, добавить то, на что может лечь глаз, бывает затруднительно. В этом видео я покажу, как я изготавливаю шилды и передние панели для своих устройств, на примере электронных часов. А именно речь пойдет о химической гравировке. Итак, приступим. Для начала необходимо подобрать картинку для нашей панели. В Corel подгоняем картинку под нужные размеры. Помещаем окна под индикаторы в нужное место. Важно помнить, что все, что черное на эскизе, в материале будет белое после травления. Как работать в Corel, я останавливаться не буду. В интернете множество уроков на эту тему. Но если кому интересно, пишите в комментариях, запишу подробный урок. Распечатка делается на бумаге полуглянцевой и не очень плотной. Я использую страницы от рекламных буклетов. Печать производится на лазерном принтере с отключением всех экономичных режимов. Для начала подготавливаем нашу заготовку, обезжирив предварительно нитрорастворителем. Для переноса тонера на заготовку нам понадобится несколько листов бумаги и утюг. Кладем заготовку под 4 листа бумаги и прогреваем утюгом секунд 30, выставив максимальную температуру. Далее помещаем нашу распечатанную картинку, слегка поглаживая, тонер приклеится к заготовке. Все так же через 4 листа бумаги начинаем прогревать нашу заготовку. Процесс занимает от 2 до 4 минут. Время зависит от мощности и температуры утюга. Как показала практика, за 3 минуты справляется практически любой утюг. Далее, дав остыть заготовке, помещаем ее в теплую воду. Даем промокнуть бумаги несколько минут. Начинаем смывать бумагу, не прилагая больших усилий. Чтобы не допустить травления задней стенки нашей заготовки, обклеиваем скотчем. Способов травления меди, латуни, бронзы и так далее очень много. Остановимся на более доступных. Способ первый – хлорное железо. Хлорное железо добавляем в воду в соотношении 1 к 3. Тщательно перемешать. Можно приобрести также готовый раствор. Время травления зависит от температуры раствора, толщины меди и свежести раствора. Способ второй – медный купорос плюс поваренная соль. На 200 мл теплой воды 2 столовые ложки поваренной соли и столовая ложка медного купороса. Процесс травления может быть довольно длительным. Третий способ травления самый доступный. Перекись водорода плюс лимонная кислота. Состав раствора. В 100 мл 3% перекиси водорода растворить 30 граммов лимонной кислоты и 5 граммов поваренной соли. Заливаем нашу заготовку. В данном случае я использую хлорное железо. Заготовку лучше помещать в раствор тонером вниз, положив на подставки, иначе вам придется доставать периодически пластину и смывать вытравленную медь. Ждем. В свежем растворе хлорного железа процесс занимает минут 30 при комнатной температуре. Достаем заготовку, ополаскиваем водой. Далее приступаем к чернению нашей морды часов. Способов чернения меди уйма. Все способы достаточно подробно расписаны в инете. Самый ленивый из способов патинирования на парах аммиака. В емкость на самое дно наливаем немного нашатыря. Подвешиваем медное изделие и все. Процесс не быстр из-за своей простоты, может занять до 2 суток. После патинирования приступаем к чистке уже практически готовой панели.
Счищаем тонер нитрорастворителем. С помощью наждачной бумаги начинаем полировку меди. Я использую три типа зернистости наждачки. 600, 800 и 1200. Если вас после мелкой наждачки все еще не устраивает блеск изделия, то можно прибегнуть к полировочным пастам. Прорезаем окна для индикаторов. Все, панель для часов готова. На этом все, друзья. Если вам было полезно видео, не забываем поддерживать лайками. До следующих встреч.